Подозреваемого в убийстве 5-летней девочки сегодня арестовали в зале суда. Им оказался отчим ребенка. По данным следствия, 1 декабря 2019 года в вечернее время 38-летний мужчина в целях воспитательной меры нанес множественные телесные повреждения 5-летней девочке, от которых наступила ее смерть. В момент совершения преступления мать девочки находилась на лечении в медицинском учреждении. Трагедия произошла на улице Петухова. Свидетелем произошедшего стал брат погибшей девочки. С ним уже работают психологи центра реабилитации. По неподтвержденным пока данным, оба ребенка слабослышащие, говорят плохо, потому даже не могли кричать во время избиения. Следователи подозревают мужчину в сексуальных домогательствах по отношению к детям. А соседи утверждают, ранее судимый и безработный мужчина часто проявлял агрессию. Это нервный, большинство то, что нервный. Он не любитель вот такого спокойствия. То, что его постоянно дети, он приходил, он обжаловался, то, что его дети доводят, им, это все то, что... Он буквально все жаловался на них именно только. Не сам он виноват, а дети виноваты якобы. Добавлю, подозреваемому грозит пожизненное лишение свободы. Подробности этой страшной истории расскажут корреспонденты программы «Экстренный вызов».